Здравствуйте все, меня зовут Елена, и я приветствую вас на своей итальянской кухне, наконец-то! Давно у меня уже не было на канале никаких рецептов, и сегодня поготовим замечательное, очень калорийное итальянское блюдо, просто калорийная бомба. Паста, которая называется карбонара. Родилась карбонара в городе Рим. Конечно же, когда мы поехали в Рим, мы нашли замечательный ресторанчик возле фонтана в Треви, и там заказали пасту карбонара. Классическая паста карбонара готовится без сливок и, по-моему, без лука. Но муж у меня готовит пасту вкуснее, чем римские повара. Это уж на мой вкус. Извините, римские повара. Он ее готовит со сливками, поэтому получается еще такая тяжелая калорийная паста. Но ничего, один раз можно. Поэтому сейчас я покажу наш семейный рецепт карбонара. Ну, посмотрим, что нам потребуется. Это в первую очередь, конечно же, спагетти. В пасту карбонара идут обычно спагетти. Я бы, конечно, фудзили использовала. Мне кажется, что именно фудзили отлично вбирают в себя соус. Но классика – это спагетти. Далее оливковое масло Extra Virgin, на котором мы будем обжаривать панчетту, то есть бекон. Бекон здесь у меня 140 грамм, но вот он ужарится и не будет уже так много. Далее это лук, то есть он будет жариться бекон. У меня это меньше половины крупной луковицы, такой кусочек. Сливки для соуса. Здесь 200 мл, это специальные сливки для соусов, они густые. 2 яйца. Перчик черный идет в рецепте, но у меня здесь микс, но в основном здесь черный перчик находится. Мне очень нравится. Обычная соль морская. И пармезан. Куда же без него? У меня здесь осталось немного в пакетике пармезана, наверное, где-то грамм 40. Ну, 40-50 грамм и пойдет в пасту, в соус на двоих. Часть, получается, пармезана идет в соус, а другой частью еще посыпают сверху пасту. Очень много пармезана используется, конечно же. Ну, вот такие продукты нам потребуются. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo.